Беженцы продолжают прибывать. Накануне ночью в Владимир приехало еще 56 граждан Украины, в том числе 14 детей. Все они из Донецкого и Луганского регионов. Людей направили в пункты временного размещения. Сейчас в них продолжают находиться 378 человек. За три дня выявили 86 нарушителей. Инспекторы ДПС продолжают бороться с правонарушителями. В эти выходные их искали в Гусь-Хрустальном районе. Было задержано 4 водителя, которые вели машины под шофе. Еще один человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. А 4 человека вообще не имели право управлять транспортными средствами. Инспекторы областного управления будут и дальше помогать коллегам в районах в поиске нарушителей. Феррера больше нет. В Монте-Карло скончался владелец кондитерской фабрики Микеле Феррера. Ему было 89 лет. Напомню, производство конфет под известным брендом располагается в селе Ворша Собинского района. Фабрика открылась 7 лет назад, и сейчас она одно из самых крупных предприятий области.